Ну что, продолжаем. Resident Evil 7, дополнение Nothing Hero за Криса Редфилда. И мы ищем Лукаса, сыночку сраного. Пока что он где-то тут в лаборатории прячется гнида. Нужно найти. Заперто с другой стороны. Ты здесь, да? Ладно, жди. Нежданчиков. А фонарика все нет. Да печально. Какая гамма интересная. Это когда же вы успели такой комплекс соорудить, а? Бейкеры. Что здесь? 12 минут после введения. Сыворотки дозы. Кальцификация клеток. Это где-то мы уже видели. А ну здрасте. Опа. Бессмертный хер, я уже понял. Нужно поаккуратнее. Это что такое? Так. Сейчас все будет, у меня 6 патронов. Как раз для вас, телепутики. А здесь что? Не так быстро. Спокойно. С добрым утром. Просыпайся, блядь. Вот гондон. Так, рукопашка, как здесь уверить? Ладно. Что-то я погорячился. 11 июня 17 года. Как же меня достал этот Лукас? А меня тоже? Они только что назначили его главным исследователем. Кто? Но это моя должность. За кого они меня принимают? Почему я, дипломированный микробиолог, должен работать под началом психа? Он только и делает, что играет с подопытными, заставляет их сражаться и проводит ненужные вскрытия. Он болен. Он даже не подозревает о потенциале мутацитосерии. Обязательно, пожалуйста. А, пожаловаться на него. Ну, не так быстро. На его поведение на следующем совещании со штабом. Понятно. Не только он один. Тебя бесит. Сынуля недоделанный. Это у нас что такое? Нормально. Неплохо. Здесь нас не ждут. Лукас. Лукас. А ты что там залип? Ёбль. Спокойно. А здесь что-то интересное. Что-то напевает, смотри, гимн там США. Националист херов. Главное, я пошутил. Патриот. Так, сейчас прочекаем, что-то у нас на первом этаже, там какой-то хуй бессмертный. Я не хочу, чтобы он там находился. Нечаянно так подогревать мою очку будет. Я еще не все осмотрел. Не понял. Он же здесь был. ВМ-002. Еще один серийный долбоеб. Здесь открыто. Опа, колоночки какие. Прикольно. Это камера для меня. Ебать. Спокойно. Дайте свалить.
Так, какого хера? Ну же, вылазите. Оба. Раз. Блять, что с прицелом? Все нормально. Так. Да, я остался. Блин, да как добивать-то? А на нахуй. Так, еще один инъектор. А что я сюда заходил? Вы не подскажете? Ага, вот за этим. Журнал Е001, 22 июля 16 года. Состояние здоровья в норме, психическое состояние в норме. Секреция мутоцида в норме, прочее нет. Почти никаких изменений. Она просто целыми днями играет с куклами. Превратила сегодня двоих в плесневиков. Это у нас про Эвелину. Журнал Е001 за 12 августа 16 года. Состояние здоровья, кашель, усталость. Психическое состояние, легкое раздражение, секреция мотоцита, повышенное, прочее нет. После игры в мяч с отцом она пожаловалась на усталость, превратила одного плесневика толстяка. Дедок Бейкер, да? Совсем девчонку замотал. Еще один журнал Е01 за 26 августа. Состояние здоровья неплохое, психическое состояние раздражение, секреция мотоцита. Очень высокое, прочее, а внезапное старение. Она вдруг начала стареть, похудела, волосы выпадают и все такое. Чем больше кричит, тем больше блюет. Это про меня. Подвал весь в ссорах. А, спорах. Явной причины старения не обнаружено, а нужно получить дальнейшие инструкции. Тот журнал за 9 сентября. Состояние здоровья слабое, но стабильное. Психическое состояние помешательства, бред. Секреция мотоцида стабильная и прочее нет. Старение замедлилось, вроде бы даже стабилизировалось. Компания прислала нейтрокосин Е. Кстати, у Уитона был такой же. Всадили по самые помидоры. Приказано использовать его, если она выйдет из-под контроля. А я-то думал, у них нет чувства юмора. Это Мия и Эвелина. Это мы видели. Две куколки. А почему они здесь? Забавно. Экспериментаты херовы. Так, это у нас какие патроны? Так, это обычные. Ладно, погнали. Спокойно, там закрыто. Остался местный дурачок. Так, переключимся на другой компонент. А ты еще здесь, спасибо. Меня слушаться надо. Включаем это дерьмо. Ебать, перчатки как из грозится прямо. А ну, привет. Лукас! Ну куда ж ты, дорогой? Блять, стоять. Так, зажигалочки. Я убил всех исследователей из соединений. Они полезли куда не надо, пока я не наблюдал за ними. Но я-то знал, что они задумали. Наверное, им не понравилось работать под моим руководством. Зато я бросил их в клетку с плесневиками. Эти ученые наложили штаны и умоляли меня о пощаде. Боюсь,
Я не удержусь от смеха, когда сообщу о том, что они погибли в результате несчастного случая. Наверное, самое время порвать с соединениями. Один лишь я могу по-настоящему использовать плесень Эвелины. Ах ты, Гондон. Вы заметили, я не очень-то тороплюсь. Отправлено. Четверг, 20 июля 2017 года, 10:22. Ситуация немного вышла из-под контроля, но я все уладил. Отправляю данные по серии Е. Это займет много времени. После этого я ухожу. Это он сейчас торчил, Гондон. Отмычка. Слушай, отмычка. Какого хера только сейчас? Так, это что? Покупатель данных по серии есть. Приготовиться к передаче данных. Так, я отпер. А нахуя? Еще что есть? Так, что положить? Лишнего. Так, ключ оставим. Инъектор оставим. Так, у нас еще отмычка есть. Так, погоди. Какого хера? Что она здесь? Времени тикает. Тогда ладно. Так, ты не работаешь? Спокойно. Тихо. Какой гондон? А как тебя рубануть? Патронов-то нету. Так, еще потрошки. Отлично. Все, отмычки больше нету. Ладно. Не гунди. А что я взял? Так, спокойно. После Эвели Вазелина очень тяжело привыкать к местному управлению. Спокойно. Сука, это тоже наебка. Так, патроны для дроби. Вот это в тему. Funneling info to someone. That's none of your goddamn business, Chris. A lot of people out there want to know about our little agency. A lot of people. Your friends, the connections, know about this? They don't strike me as the forgiving type. That's my business. Don't worry about that. You're about to have your hands full. Ах ты, сука! Ну иди к бабушке, засранец. Я тебе не этот, блядь. А ну, попочку. Ну ладно. А сейчас он мотанет. Финальный босс. Похлеще будет Эвелине. Но я подготовился. Так, Крис, пора отойти. Я думаю. Ну и что? Я готов.
Ебать. Так, спокойно. Чё я здесь не добрал? Инъекторы. Так, чё такое, кофе попить можно? Почитать? Ух ты, блядь. Да погоди. Так, спокойно. Так, лежать. Вот теперь тебе можно трахать. Ну ты какой-то контуженный, слушай. Спокойно. Долго придется это делать. Ну, куда ты подевался, дружок? Обиделся, что ли? Блять, я пошутил. Ты какой-то настырный. Ох ты, открыл око. Все, отходим. Так, зажигалочку сейчас кинем ему. Пускай радуется. Еще одна. На нахуй. Так, обычно возьмем. Ух, нихуя. Так, он опять долбоёбся. Ну тогда вот так. Так, понятно. Так, это что? Так, баллоны. Пока рано. Ох, блядь. Да нежданчик. Так, ладно. Покажи дупло свое, сука. Да ёбаный пиздон, блядь. Как же горит. Так, сейчас баллон заберу, подожди. Можно дальше играть. Так, спокойно. Неприятный тип. Явно. Сука. Открой хавальник. Лучший засранец. Так, лучше баллон взять. Спокойно. Вы неуравновешенный молодой человек. Тихо. Да ебаный. Это так можно разве? Давай играть честно. Сука. Ладно. Повторим. Разве такое бывает?
первый раз не получилось. Так, спокойно. Пингвин, блядь! Иди нахуй! Я твою маму шатал. Ты понял? Так, блин, ему не понравилось. Ты чё слепой, сука, я здесь. Расстрелись, говно. Так. Оно же петушара. Хорош там прыгать уже. Чисто с древошам его заводим, походу. Так, лови. На-ка еще. Здорово, хер. На нахуй. Ну как тебе, Лукас, блядь? Переродившийся. Он, по-моему, неплох. Что за пингвин, блядь? Чпоньк. Нет хлебальника. Помним, любим. Идите нахуй. Good. Think we did any good here? Not for them, unfortunately. But the mold is contained. Hopefully, they're Evie's last victims. Hopefully. Chris, there's a call for you. You need to take it back at the camp. All right. I'm on my way. А вот кому надо было мужья-то выбирать, да? Мия, это я про тебя. Но это у нас дополнение закончилось.